Друзья, всем привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня вновь на своем любимом полигоне под Троицком буду испытывать новую приманку, которую я только связал. Называется она «Розовый паучок». Сегодня я буду ловить на эту приманку плюс на свою старую «Оранжевый паучок». Устрою некоторые соревнования. Может быть, на что-то еще удастся половить. Время опять позднее. На улице плюс один, поэтому я без головного убора для некоторых, для справки. Ну а сейчас приступим к снастям. Ну и покажу приманочки, на которые я буду ловить. Так, на какую удочку будем сегодня ловить? Обычная зимняя кондовая удочка с кивком. Под рукой другой не оказалось, поэтому взял эту. Ну, здесь, в принципе, без разницы. Леска здесь у меня стоит, по-моему, я даже не помню. 0,18 какая-то. Ну, неважно. Будем, конечно же, в первую очередь обращать внимание на игру самих приманок, на их форму. Ну, а все остальное это уже результат будет. Еще бы я хотел остановиться на небольшой детали снасти. Это заводное колечко, которое я буду использовать для смены приманок. То есть у меня здесь стоит не карабинчик, а заводное колечко. Вот видите вы его форму. Очень удобно на рыбалке, не весит практически ничего, но зато очень удобно менять приманочки. Используются эти заводные колечки при ловле нахлыстом. Я сегодня буду его использовать для ловли форели со льда. Так, на что сегодня буду ловить? Первое, конечно же, это оранжевый паучок. То, на что я ловил в прошлом своем фильме, который себя показал очень супер хорошо. И второе, конечно же, это мое секретное оружие, которое я связал недавно. Называется «Розовый паучок». Фильм я сделал, выложил его у себя на канале. Можете посмотреть. Отличие одного от второго только в цвете. И вот у розового паучка сзади я сделал такой шарик в виде икринки, который будет у меня также дополнительно создавать игру этой приманки, что будет привлекать рыбу. Но сейчас начинаем соревнования. Начнем, конечно же, мы с оранжевого паучка. Ну, начинаем с оранжевого паучка, запускаем его и начинаем нашу рыбалочку. Так, здесь нет ничего, меняем лунку. Переходим в другую. Поменяли уже несколько лунок, но пока поклевок нет, оранжевый паучок не работает. Вообще голяк. Давайте поменяем сейчас паучок оранжевый на розового паучка. Так, начинаем ловлю на наш паучок. Вот смотрите, он в воде будет играть как балансир. Хвостик дополнительно будет придавать еще игру. Ножки вот эти вот, хвостик. Пошел, Сальников. И начинаем игру приманочки. Ну, в принципе, здесь используется такой же метод ловли, как и на балансир. Небольшие такие движения вверх-вниз, амплитуды маленькие. Подергивание специально. Ну, в первую очередь мы, конечно же, будем рассчитывать на шестое чувство рыбы, потому что здесь сейчас подо льдом темно. И вот эти вот колебания ножек, хвостика, они, конечно же, создают там некоторые колебания в воде, которые рыба улавливает своей боковой линией. Ну, ждем. Будем менять, конечно же, лунки. Сегодня рыба клюет очень плохо.
забыл сказать. В водоеме осталось порядка, наверное, 80-100 килограмм, сказал мне, кто работает здесь. Сегодня никого не было на водоеме, я первый. Но опять же, время уже около 4. Единственный плюс сегодняшней погоды, то что не так холодно, 1 градус, 0 градусов. Ветер слабенький. Ну и до темноты еще осталось час, наверное, полтора. Будем надеяться, что что-то поймаем. Хотя, как показал первый оранжевый паучок, что-то там не очень клюет. Вообще поклевок не было. Ну ладно, будем ждать. Поднялся небольшой ветер, уже начинает темнеть, прохладно. Вот там вдалеке стоит еще один рыбак, но у него тоже пока без результатов. Ну, что-то сегодня рыба не хочет брать, либо давление ее не устраивает, либо что-то другое. Не берет она, просто не берет. Так, что-то клюнуло. Так, а как мне камеру? Помогите, оператор, помогите. Я один не справлюсь. Какая-то сидит маленькая, по-моему. Держите, быстрее. Что? Сейчас сойдет. Держите, фотографируйте ближе к лунке, подводите. Маленькая. На розовый паучок. Тихо, леска маленькая. Вот оно. Чудо. О, чудо. Клюнуло. Отлично. Паучок работает, но правда сегодня очень плохо клюет. Сейчас будем дальше, может что-нибудь еще попробуем. Хотя время уже без 25, без 10 даже 5. Не знаю. Так, ну надо рыбалку заканчивать, время уже 6 час. Была сегодня одна поклевка, реализована, больше поклевок не было. Рыба клюнула где-то из-под льда. Поэтому я сейчас вот последние свои все вот эти вот луночки ловлю здесь практически из-под льда. Но все равно уже все, поклевок больше нет. Я, наверное, на сегодня буду уже сворачиваться. Достаточно и так уже пробыл на рыбалке. Так, друзья, на сегодня рыбалка закончилась. Конечно же, победителем вышел розовый паучок, оранжевый сегодня не сработал, поймал всего одну рыбу, но во всяком случае это подтверждает, что паучки у меня работают, от нуля ушел просто чудом.
Но в этом вся рыбалка и заключается. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И увидимся в следующий раз. Пока всем!